Глава округа рекомендовал руководителям ограничить доступ посторонних людей в учебные учреждения образования. Представители силовых структур и органов правопорядка предложили директорам школ и колледжей установить дополнительное видеонаблюдение, проверить уголки безопасности в учреждениях, а также проводить собрания со старшеклассниками и студентами, на которых обсудят меры безопасности. Также на встрече отметили, что педагоги – именно те люди, которые видят подростка вне дома и вне семьи и могут со стороны оценить его поведение. В школах и СУЗах города проводится тестирование с целью выявления учеников с деструктивным поведением, с различными формами зависимости, тревожности, принятия асоциальных установок. Оно позволяет вести индивидуальную работу с несовершеннолетними по профилактике деструктивного поведения и не допускать вовлечения ребят в экстремистские движения.